Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Иоганн Баптист Рейтер «Спящая женщина», 1849 год, холст масла 55/68. Иоганн Баптист Рейтер – известный австрийский художник, который прославился своими работами в области портретной и жанровой живописи. После неудачных попыток писать картины на религиозные темы, он стал создавать достаточно традиционные для того времени портреты детей, рабочих, а также сюжеты из жизни бюргеров. На полотне изображена чувственная обнаженная женщина. Этот холст необычен для наследия художника. Он выбивается из его творчества тематически и качественно. Все говорит о том, что «Спящая женщина» предназначалась для семьи, и автор не собирался продавать работу. Мастер изобразил на полотне свою первую жену Марию. Через год она оставила его. Всего они были женаты 10 лет, и художник любил супругу. Рейтер создал уникальный для того времени чувственный портрет. Примечательна манера исполнения, варьируя коричневые тона от темного до охристого. Он добивается торжественной простоты полотна, роднящей с голландскими мастерами. Автор делает форму крупной, лаконичной, без назойливой детализации. В этой работе во всем близке проявился талант живописца, который, к сожалению, не смог развиваться дальше. Художник тяжело переживал расставание с любимой, женился второй раз только через 16 лет. Но новая супруга оказалась очень требовательна к нему. Рейтер был вынужден постоянно зарабатывать деньги, делая конъюнктурные работы на продажу, изготовляя копии старых мастеров. Ну, такое описание работы «Спящая женщина» Иоганна Баптиста Рейтера я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».